«Газель» — имя, ставшее нарицательным. Им пугают учеников автошкол, мол, эти автомобили могут ехать как хотят, а газелисты — это вообще отдельный социальный слой. В каждой шутке есть доля шутки. «Газель» — самый продаваемый коммерческий автомобиль в России, и он меняется. Как именно, мы узнаем, сравнив новую «Газель Next CMF» с современным европейским фургоном «Renault Master». Подробности в программе «Выбор есть» на телеканале «Автоплюс».